84 года на страже. Именно столько лет прошло со дня основания УВД Брестского облсполкома. Праздничная дата – особый повод вспомнить историю самоотверженной службы, профессиональных испытаний и свершений, этапов формирования и становления милицейских коллективов Брещины. За 84 года многое поменялось, но неизменным осталось одно. Задача, которая стоит перед правоохранителями – это обеспечение безопасности и защита законов общества. Сегодня мы празднуем день образования милиции Брестской области. Вот уже 84 года милиционеры Брещины выполняют функции и задачи по своему предназначению. Это раскрытие преступлений, это охрана общественного порядка, это выполнение тех функций, которые предусмотрены законом об органах внутренних дел. Хочу отметить, что милиционеры Брещины честно, достойно и эффективно выполняют эти задачи и своевременно оказывают помощь нашим людям. На базе УВД Брестского облсполкома прошли торжественные мероприятия, посвященные 84-летию со дня образования Управления внутренних дел Брещины. Такая торжественная дата – это отличный повод, чтобы еще раз сказать спасибо самым опытным профессионалам. Награды, грамоты и благодарности для них подготовили в управлении. Ведь нередко милиционеры работают плечом к плечу с другими представителями ведомств в погонах. Такое взаимодействие помогает быстрее раскрывать преступления, тем самым поддерживать безопасность. И сегодня, благодаря умелым и профессионально грамотным действиям сотрудников, в Брестской области отмечается самый высокий процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений по линии уголовного розыска, а также уровень установления подозреваемых лиц по линии наркоконтроля. Системный подход к выполнению поставленных перед органами внутренних дел задач позволил достичь на территории области самого низкого в стране уровня преступности по всем линиям служб. Кто-то идет в милицию по зову сердца, кто-то мечтал с детства носить форму и помогать людям. А Полина Каденская решила продолжить семейную династию. Родители, вся семья работали всю жизнь в структурах. Отец до сих пор работает, поэтому это больше как семейная династия. Я всегда росла в такой семье, ну и поэтому выбрала такой путь. Мне кажется, девушки сюда идут уже осознанно, это как-то, так сказать, по призванию, так скажем. Не любая, наверное, осилит такую работу. Я сегодня получила первое офицерское звание лейтенанта. Вот, это было, наверное, очень волнительно и очень знаково, потому что, сегодня как день образования милиции Брещины, и что именно в этот день мне присвоили первое офицерское звание. Такой важный день. Это присвоение первого очередного специального звания лейтенант милиции. Ну и второй, конечно же, это 84-я годовщина УВД Брестского облсполкома. Ну, честно скажу, для меня это очень престижно. Так гордо могу стоять за то, что я пошел служить в милицию. Я очень давно хотел пойти в милицию, может, года три назад, когда еще в университете учился. Ну и как-то поставил перед собой пойти помогать людям. Мне больше нравится работать с людьми, помогать им, где-то что-то посоветовать. Поэтому я и выбрал службу участковых инспекторов милиции. В череде мероприятий, приуроченных ко дню основания ведомства, особое место заняло возложение к стеле, где расположены имена 163 милиционеров Брещины всех поколений, которые долг перед Родиной поставили выше своей жизни. Анастасия Мельшкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.